Всем привет! Это Дашулька Иванова из беседы «Нептун». Начну с того, что после длительных переговоров с Игорем, которые ни к чему не привели, я хотела просто выйти из проекта его, оставшись только в своей родной и любимой беседе «Нептун». На что Игорь мне сказал, что кто не с нами, тот выходит везде, и кикнул меня из беседы. Затем Игорь без суда и следствия, ни с кем не посоветовавшись, самостоятельно начал удалять всех ему неугодных людей, которые шли против его воли и не разделяли взглядов. Головы полетели у многих ребят, большинство, которые теперь приняли нашу правду. Ну, к примеру, та же тема про парламентский совет. В одной ситуации, когда ему удобно, он говорит, что пишите в парламент, вам обязательно помогут, ведь каждое слово вес. А в другой ситуации, где ему невыгодно, говорит, ну, вы можете написать в парламент, но толку от этого не будет. На скриншотах как раз вы можете это увидеть, разобрать, поставив на паузу. Все наглядно видно. А теперь сопоставьте информацию, которую вам говорит Игорь, и что вы видите сейчас. Ребят, вы поймите, мы не вселенское зло, как нас на самом деле выставляет Игорь. Мы лишь хотели играть, общаться и просто весело и интересно проводить время. Но, к сожалению, наши желания не учитывались. Так и появилась наша пиратская позиция. Дальше передаю слово нашему уже знаменитому Ивану. Спасибо, Дашулька. Сегодня я хотел бы разъяснить ситуацию с Любомиром. Начнем с того, что Любомир – это участник Нижегородской беседы, хотя проживает в Рязани. Для его города не была создана беседа, поэтому он временно находился с нами, и никто не был против. До конфликта я не полностью располагал информацию об этом человеке. И видев то, что он проживает в другом городе, я обратился к Игорю, чтобы он принял меры. Игорь, недолго думая, взял и попросту выкинул Любомира из беседы, указав, что он не должен быть с нами. На скриншотах видно, что Любомир просится обратно, а Игорь говорил нам, что Любомир уже в другой беседе и вовсе не горит желанием вернуться. Как верить этому человеку? Я понял, что совершил ошибку, снова обратился к Игорю с просьбой вернуть его, на что молниеносно получил отказ. В беседах другим Игорь говорит совершенно разные вещи, противоречит сам себе. В одной он меня защищает, а в другой тут же делает виновным. Кому верить, решать вам. С вами была ваша любимая пиратская оппозиция.